хочу вам еще показать один красивенный мост в Канзасе, он такой на тросах. Реально красивый мост. И такой красивый закат солнечный, да? Очень красиво. Этот ролик немножко будет интересней, да? И предыдущий, и этот с Канзасом. Ну, я вам обещала всегда снимать интересное что-то. Ну, стараюсь по возможности снимать. Друзья, как вы там готовитесь с праздником? Делитесь своими какими-то, может, интересными моментами с праздником, воспоминаниями, планами. Нам всем интересно знать, да? У нас в Америке надвигается Рождество. Тоже очень большой праздник. Очень большой праздник для всех людей, которые живут в Америке. Ну и люди, которые христиане, да? Этот праздник приносит много денег для людей, которые продают какие-то там вещи, да? Подарки, все остальное. То есть бизнесам это хороший, приносит бизнес. Дети ждут подарков, да? У нас в Америке Дед Мороз называется Санта Клаус. На самом деле мы все знаем, кто такой Санта Клаус, да? Это обычно мамы с папами, которые работают тяжело, чтобы что-то осуществить, мечту ребенка, да? Я не знаю, почему люди отдают эту почесть Деду Морозу, да, потому что ты работаешь для того, чтобы ребеночку принести радость. Ну и говорят, это тебе сделал Дед Мороз. Не знаю почему. Ну, многие, может, меня не понимают, что я говорю сейчас. Я реально сама такой же была, когда был у меня ребенок маленький. И всегда говорили, что Дед Мороз ему что-то купил. Тоже интересно, почему так, да? Почему не говорит правду? Ну, не знаю. Интересно мне сейчас это знать, почему так. Какое ваше мнение насчет этого, да? Нужно ли ребенку говорить правду о Деде Морозе? Вот такой вечер у нас получился с предыдущим роликом за Канзас. Канзас. По-английски, Канзас по-русски. Вечерний красивый ролик про слабончик с приятной христианской музыкой. Друзья, эта неделька у меня рабочая неделька, поэтому я с вами не прощаюсь. Я каждый ролик так завершаю, но потому что, знаете, как в Ютубе, ролики может прыгать там, где попало, как попало, и надо заканчивать ролик хорошо. Желаю всем добра, мира, благополучия, ваши дома, ваши семьи. Берегите себя на дорогах жизни и будьте хранимы Богом. Это очень важно в наше время, быть хранимым Богом. Даже эта эпидемия, которая ходит по земле сейчас, не хотелось бы ей болеть, да? И настолько может уберечь Господь от всего, что происходит в этом мире. Поэтому да благословит вас Господь. До новых встреч в Ютубе. Auf Wiedersehen.